Свежая плитка, свежая краска. Скоро по этим коридорам смогут пройтись первые классы дебютного учебного потока. Остались считанные дни до срока сдачи в эксплуатацию. Возведение школы на пятой просеке выполняется в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ход строительных работ на месте проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров. Здесь, по сути, уже финиш по косметике. Следующей неделе коллеги посылают покрасить. Радиаторы греют, сантехника в полной исправности. Столовая готова к обедам. А на следующей неделе в актовом зале смонтируют мультимедийную систему и кресло на 330 зрительских мест. Сейчас строители на стадии внутренней отделки. Несмотря на сложности с проектом и особенности рельефа местности, первый четырехэтажный корпус школы готов на 90%. Он вместит в себя 600 учеников. Параллельно запущена процедура передачи учреждения в систему городского образования. Есть полная уверенность, что до конца этого года все строительные работы будут завершены, здание будет введено в эксплуатацию. Да, впереди еще вопросы лицензирования, оформления прав здесь на это здание. Все эти формальные процедуры еще предстоит пройти. Но все строительные работы будут завершены в текущем году, школа будет построена, как мы и договаривались. Второй корпус школы на 850 мест застройщик обещает сдать в следующем году. Невзирая на холод и морозы, работа идет полным ходом. Строители работают по 120-150 человек в смену. По согласованию с местными жителями, некоторые виды работ проводят даже ночью. Второй корпус школы, помимо школьных классов, включит в себя несколько групп детского сада, в том числе ясельных. Гульфия Сафина, События.